З різкою критикою Шольца і Макрона виступили в Естонії. Голова комісії закордонних справ парламенту Марко Мікхельсон сказав, що канцлер Німеччини та президент Франції, цитую, «прокладають шлях новому російському насильству». Зокрема, Мікхельсон обурюється, що Шольц затягує з наданням військової допомоги Україні, водночас вірить, що Путін може дотриматися якихось обіцянок. Так само обурюють естонця і часті дзвінки Макрона Путіну. Макрон і Шольц могли просто повісити трубку і якнайшвидше з'їздити в Україну, додав Мікхельсон. Сам Шольц тим часом запевняє українців всебічній підтримці з боку Німеччини і заявляє, що переконаний, Путін не переможе в розв'язаній проти України війні. Про це канцлер Німеччини заявив відеозвернення під час телемарафону «Save Ukraine», який відбувся в центрі Берліна. Він зазначив, що Німеччина разом з друзями та партнерами надає допомогу, аби українська економіка не зазнала колапсу, надсилає зброю, щоб українці боронили себе. Ну і канцлер додав, що Німеччина гостинно прийняла майже 800 тисяч біженців з України. Путін не повинен перемогти. Ми пам'ятатимемо всіх, чиї життя забрала російська агресія. Ми думаємо про всіх, хто втратив свої будинки, хто живе у страху перед російськими бомбами і танками. І ми пам'ятаємо всіх, хто героїчно бореться за свободу України проти тиранії. Кармен Тіюр, політолог з Естонії, зараз з нами на зв'язку. Доброго дня. Доброго. Так, чути все добре? Да, я слушаю вас. Так, є зв'язь, все добре. Російською, я так розумію, так? Краще говорити. Увы, да. На русском. А українською ніяк. Окей. Ничего, я думаю, что со временем уже можно будет привыкнуть, и очень легко понимается украинский язык тоже. Давайте поговорим о том, что вот сейчас рассказали, что Шольц, Макрон, как говорят в Эстонии, они прокладывают дорогу к новому насилию Российской Федерации. По вашему мнению, почему это происходит? Почему настолько сдержана Германия? Почему так себя ведет Макрон? Это вопрос бизнеса, это вопрос, они боятся Россию. Почему? Что за этим еще может стоять? Ну, скажем, особенно в случае Франции надо брать в учет их традицию дипломатии, когда говорится очень много, очень пышными словами, очень громкими словами, но за этими словами очень часто не стоит ничего или делается все наоборот. В этом плане Франция на самом деле поддерживает Украину, но вот на словах президент Франции старается иногда улавливать какую-то конъюнктуру и говорить вот то, что очень охотно будет ловиться именно журналистами. Но что касается Германии, там ситуация немножко другая. Там, конечно, очень сильно такие, как сказать, интерес-группы, которые висят на кормушка у российского бизнеса, и есть очень мощная, скажем так, сеть организаций, которые лоббируют внутри парламента и внутри прочих структур Германии. Так что это не делается на вред Украине, но вот просто стараются, по крайней мере, на словах быть очень сдержанными, в то же время, может быть, делая больше делами, чем словами. Ну, делами, смотрите, Германия последний раз передавала 25 марта, и посол Украины в Германии Андрей Мельник, даже вот есть такой интересный рисунок, он изобразил улитку, которая на себе вот везет оружие. Ну, пока к нам дойдет это вооружение, знаете, оно нам нужно сейчас, здесь, в определенных объемах, определенного калібра, скажем так, именно определенной характеристики тієї зброї, того вооружения, которое нам необходимо. А это все очень так медленно. И по поводу Франции, вот эти вот разговоры многочасовые Макрона и Путина, это зачем? Это чтобы что? Просто показать, что что-то делается? Но ведь на самом деле они же безрезультатные, эти разговоры. И почему Макрон, например, не приедет в Украину? Как сделали многие другие политические лидеры. Почему Макрон не приезжает в Украину, я не знаю. Я не работаю с ним. Но просто
У него есть амбиции. У него есть амбиции быть не просто посредником между двумя сторонами конфликта, а у него есть амбиции быть, скажем так, гендиректором Европы. Быть самым главным человеком, который, ну, может говорить на самые важные темы, а самые важные темы – это всегда война и мир. И он хочет вот играть этими двумя большими темами. Быть на экране, быть на передовых газет, что вот он решает судьбу Европы через регулирование этого конфликта. Это просто надо понять, вот именно это опять это в традициях французской дипломатии. Но как у нас это воспринимается, на самом деле двояко. Есть, конечно, те, которые очень сильно критикуют эту медлительность, но с другой стороны звучит такой, скажем так, голос разума, что ли, что вот не надо нам играть на руки Путину, не надо нам критиковать своих партнеров, не надо показывать, что Запад такой слабый и не единый, не надо вот играть по тем линейкам, которые нам рисуют из Кремля. А могут как-то, вот вообще может эта структура Евросоюза повлиять на те страны, которые вот, ну как бы выбиваются и ведут какую-то свою отдельную политику? Допустим, вот Германия очень медлит, там Франция, знаете, есть уже такое выражение «макронить». Это вот изображает, что ты что-то делаешь, но на самом деле там результата ноль, по большому счету. И видела еще сегодня такой мемчик, такой вот рисунок, фотожабы, как это называют, когда эта фотография Макрона, его лицо повернуто в одну сторону, а ноги идут в другую сторону. Ну и, допустим, та же Венгрия тоже, у нее другая позиция, и очень часто нет, они скрывают, что они, в принципе, играют на руку Путина. Как-то сама структура может вот ЕС повлиять на эти страны? Ну, скажем так, это очень часто звучат такие критические нотки, почему Евросоюз не делает это или НАТО не делает то. Как ни странно, это все-таки ни у Европейского Союза, ни у НАТО нет оружия, которое можно передавать. Это могут передавать только те страны сами, которые являются членами тех организаций. То есть, да, на уровне, скажем так, надгосударственном, на уровне этих самых клубов НАТО и Европейского Союза, там, конечно, идет координация. Идут между собой переговоры, но оружие передается или другие, может быть, не столь видные дела делаются на государственном уровне. Так что способность вот этих двух организаций надгосударственных влиять на принятие решений довольно малозначима. Но с другой стороны, я довольно хорошо в курсе с тем, как Российские Федерации удивляются тем, что вот почему те же политики тех конкретных стран, когда они ведут, скажем так, двусторонние переговоры с Россией, ведут себя вполне так разумно, а когда они соберутся вместе на европейском уровне, они вдруг становятся какими-то абсолютно другими людьми, государственными мужьями, которые принимают иногда решения и не столь полезные, может быть, для самого себя, а вот именно всего континента или всего Европейского Союза. Так что это очень двоякая ситуация. Сама организация очень мало может повлиять, но вот именно, как ни странно, вот этот формат, просто сам формат объединения, это влияет на умы. Так что я не могу однозначного ответа вам дать, что Евросоюз – это более эффективно, а НАТО менее эффективно или наоборот, но само существование вот именно этих клубов очень сильно влияет на дела, которые делаются в реальности. Карма, что вы думаете по поводу предложения Бориса Джонсона создать вот такой альянс, куда бы вошли Британия, Украина, страны Прибалтики, Литва, Латвия, Эстония и Польша? Вот интересно было бы понимать, это политически-экономическая структура ожидается или то, что касается безопасности, насколько это дееспособно? Может быть, это было бы более дееспособно, более влиятельно, чем тот же Евросоюз, например? Ну, скажем так, как для Украины, я имею в виду.
Я понимаю. Такие ситуативные альянсы доброй воли, они делались и раньше, и будут делаться и дальше. Но всегда есть опасность в том, что если мы будем играть на дробление самого себя, на вот именно ведя какой-то раскол внутри Европы, что вот тут есть, так сказать, хорошие парни, которые играют нашу игру, а там вот плохие парни, с которыми мы не играем, это, опять же, нехорошо для всего вот этого европейского чувства единства, к которому ведь и сама Украина, на самом деле, ведь тянется. Так что тут, да, ситуация, опять же, двоякая. Да, конечно, я думаю, такой союз или альянс доброй воли для того, чтобы провести там какую-то конкретную операцию, там, как-то консультировать между собой по поводу того, что вот ты даешь это, а мы даем это, и чтобы они дополняли друг друга. Это возможно, но не надо здесь переусердствовать, не надо здесь раздрабливать старые рабочие структуры. Понятно. Услышали. Спасибо. Спасибо вам за это включение. Спасибо вам за ваш комментарий. Карма Тюйюр. Спасибо вам за вашу борьбу. Спасибо вам за вашу поддержку тоже. Мы все видим, мы все понимаем, ценим и благодарим вас. Эстонию я имею в виду. Спасибо. Политолог з Естонії був з нами на зв'язку.